Сегодня 31 марта 2013 года. Во многих странах западного мира, где отмечается сегодня праздник Пасхи, проходят праздничные мероприятия, посвященные этому событию. Событие, которое называется «Воскресение Иисуса Христа». Не исключением сегодня стал и город Сакраменто в Калифорнии, где сегодня в церкви Экклесия совместно с Flame of Fire Ministry проходит евангелизационный проект с участием Андрея Шиповала. Сегодня вы услышите и увидите тех людей, которые пришли сегодня не просто отметить события, не просто услышать очередную историю из библейских событий. Сегодня здесь будут люди, которые ищут и хотят большего в своей жизни. И мы верим, что на самом деле сегодня это здесь случится. Хочется, чтобы, конечно, было присутствие Божье на этом месте, и чтобы люди получили что-то новое, что-то свежее от Бога, чтобы просто Дух Святой работал в сердцах. Что бы хотелось пожелать тем людям, которые, возможно, будут смотреть это видео, и которые никогда не слышали об Иисусе? Хотелось бы, чтобы Христос, который воскрес 2000 лет назад, Он воскрес в ваших сердцах. Конечно, сегодня праздничное настроение, и ожидаем много радости. И ожидаем Божьего присутствия. И, конечно же, Христос воскрес. Мы празднуем Его победу. И хотим, чтобы как маленькие дети, так и молодежь, и взрослые, которые будут в сегодняшнем служении, чтобы они по-настоящему пережили вот это воскресение, вот эту победу Иисуса Христа. Сегодня, на сегодняшний день в Сакраменто достаточно много христиан или людей, по крайней мере, называющих себя христианами. Есть ли смысл в этом городе проводить евангелизационные проекты? Конечно, есть, потому что помимо христиан есть много также людей, которые, может быть, называются христианами или, возможно, настолько заняты, что нету времени как бы прийти в церковь, и, возможно, вот пасхальное служение – это одно из тех случаев, когда они попадут в церковь, и, конечно же, мы желаем, чтобы они пережили на самом деле вот эту Божью радость и воскресение Иисуса Христа. Я в этот вечер ожидаю просто силу Духа Святого на этом месте. Я верю, что эта сила, она просто пройдет не просто в одно сердце, но просто пройдет по этому залу просто исцелением, освобождением, помазанием. И я верю, что многие сердца сегодня зажгутся для того, чтобы нести Божью истину, Божью славу. I want to really to encounter God like never before, because in days we live right now, if you don't have God, you can't survive. So I want truly the fire of God to touch every heart, every soul, and every single cell in the body in the name of Jesus Christ. It's always really hard to make a first step. What do you want to recommend to the people who's on the line of death right now? It starts from yourself. If you say, no matter what happens around me, I want this. It all has to start from yourself. If you want it, no matter what, you could fly to the moon. It starts from you. Just say, God, I want this, and you will receive it tonight. Но дух Бога живого, Он животворит. Если ты пришел сегодня сюда получить от Господа, get ready. Он готов, Он дает без меры. Я не знаю, сколько лет вы уже в церкви находитесь. Может быть, вы думаете, что вы уже достигли чего-то. Но хочу вам в смирении сердца сказать, что мы еще не достигли всего. Нам нужно больше. Тебе нужно больше. Тебе нужно сегодня свежее дыхание Духа Божьего в твою жизнь. On prayer.
хвалу Ісусу. Всю славу нашому Богу. Аллилуйя! Божий в тому місці. It was a house of God in that place. Це і був дом Божий. It was a house of God. Дорогі мої, dear friends, ми зачастую хотим просто пережити зцілення. We just want to accept the healing. Пережити освобождення. Some kind of freedom. Пережити восстановлення. Or we something to be restored. Everything. Устрояється тогда, когда в дом Божий возвращається Його слава, возвращається Його присутствие. Он способен восстановить каждую сферу в нашей жизни, когда мы пожелаем Его всем своим сердцем и все внимание возвратим на нашего Господа. Чем отличает дом Божий от другой организации? What is the difference between the house of God and any other organization? Программ сегодня масса. There's a lot of programs. Что отличает мою жизнь? What makes my life different? Это не вот это тело. It's not this body. Это того, кто восседает в моей жизни. It's the one who's inside my life. Давайте вернемся в нашу христианскую жизнь. Let's not talk about other people, but our Christian life. А сегодня было так себе поклонение. The worship today was so-so. Но я так не поклоняюсь. No, I don't worship like this. Не, у нас так не поклоняюсь. This is not how they worship in our не, place. Я так не понимаю. I don't understand this. Нет, мы будем вот так поклоняться. We're gonna do it this way. Знаете, о чем здесь говорится? You know what they're talking about here? Да при чем здесь вообще ты? What does it have to do with you? Причем ты к поклонению ему? What do you have to do with his worship? В чем смысл поклонения? What is the point of worship? Это создать место его присутствия. It's to make a presence. It's a place for his presence. Как создать место для его присутствия? How to make a place for his presence? Нужно сделать все, что нравится ему. You have to do everything what he likes. Нужно забрать внимание от себя. You have to take attention away from yourself. Ты не можешь служить двум господам. You cannot serve two masters. Вот почему я возвращаюсь. This is why I'm returning back. Что сегодня в теле Иисуса Христа? That in the body of Christ. Идет огромное There's a great battle. За место, где должен обитать Иисус. For the place where God has to be. А значит, за поклонение. For his worship. А если мы говорим за поклонение, when we talk about worship, мы говорим за внимание, we're talking about attention, которое должно быть забрано от нас. That has to be taken away from us. И все внимание, and all the attention, должно повернуться на него. Has to be turned to him. Я так не буду поклоняться. Oh, I'm not going to praise like this. Не напоминает ли вам этот почерк? Does this remind you of some signature? Когда внимание забирается от Бога. When the attention is taken away from God. Внимание поворачивается на все угодно. And the attention is turned to everything around. Когда поклонение. When in worship. Внимание забирается от Бога. It's taken from God. Оно поворачивается на музыку. It's turned to music. Оно поворачивается на платформу. It turns on the stage. Оно поворачивается на одежду. On the clothing. Оно поворачивается на деньги. On the money. Оно поворачивается на что угодно. For everything else. Когда поклонение. When worship. Забирает свое внимание от Бога. Takes the attention away from God. Оно поворачивает внимание на все видимое. It turns attention to everything that is seen. Если тебе нужен Иисус, if you need Jesus, Он зовет тебя сегодня. He's calling you today. Приди к Нему. Come to Him. И прими Его в свое сердце. And accept Him into your heart. Во имя Иисуса. In the name. Мы сейчас помолимся с тобой. Послушай. Библия говорит, что Бог радуется о тебе сейчас больше, чем о всех нас. God rejoices over you than any of us. If you thirsty, если ты жаждешь присутствия Бога, run in this place, come quickly, come quickly. Иди сюда, вперед. Поднимай свои руки Господу. Поднимай свои руки Господу. И вращайся Его присутствие. You need Jesus. Come on, all of you. Все, кто жаждет Его. Все, кто жаждет Его. Come on, Lord, 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 L
почувствуйте исцеление прямо сейчас. Да благословит вас Господь. Помазанное благословенное собрание проповедовал Андрей Шаповал. Благословенный, хороший брат, помазанный Богом. Вот, он сегодня послужил здорово. Мы могли поклоняться, и присутствие Божье о том, о чем он проповедовал, оно сегодня было здесь. Слава Господу за это. Я пережив огромное благословение в вашей церкви. Amen, brother. Я благословение Божье пережил. И я так думаю, что если эти вечера будут больше и больше повторяться, это будет благословением для всего Сакрамента и для народа Божьего. О, сегодня вечером было очень благословение, помазание сильное, Господь действовал. О, я очень рада, что я могу быть в этой церкви, где Господь призывает, исцеляет. Спасибо Ему за все. Амен. Слава Богу, Бог просто прикасався. Слава Йому. Просто було відчутно Його сьогодні, як Він прикасався до нас. Praise the Lord. Слава Богу, я пережила прикосновение Духа Святого і ощутила Божье присутствие, то, що я хотіла. І я вірю, що Бог услышав мої молитви і Он відповідає на мої молитви. Praise God. Точно, я побула в присутствии Божьем, і все, що було в моєму серці, було сказано зі сцени. І я верю, что Бог использует сильно пастыря Шиповалова. Пусть его Бог благословит. Он несет действительно правильное слово, которое надо нам сейчас, насущное в церквях. Well, as knowing Andre personally, as a member of a church, he's always great and always the best and always a blessing and always a movement of God. So every time I see Andrea out on the stage, it's always a blessing for me. I felt very happy. What else? I just felt like God is restoring my soul, and that's why I came here, to get some freedom and some fire back into my life, to save my family.